Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Привет еще раз. Как вы знаете, мы гуляем по вечернему Риму. И сейчас мы находимся на площади, которая называется Кампо ди Фьори. На самом деле в жизни все немного красивее, чем вы видите. Это площадь Кампо ди Фьори, которая переводится на русский язык как цветочное поле. И она знаменита тем, что обычно здесь продают цветы. На самом деле здесь тоже очень много кафешек. Посмотрите, сейчас такие все рождественские кафешки, очень симпатично. И чтобы люди могли сидеть снаружи, ставят вот такие вот обогреватели, видите? И около этого обогревателя на самом деле очень тепло, несмотря на то, что сидишь на улице. Сейчас на улице где-то, наверное, плюс 10, плюс-минус. Однако сидеть на улице вообще запросто у огонька. Поэтому, если вы будете, вернее, когда вы будете в Риме, давайте так это скажем, то обязательно, да, очень атмосферно, приходите на Кампо ди Фьори, и я уверена, что вам понравится. Он там чистит площадь, видите, какие молодцы. Летают всякие такие штучки. Ой, размыто что-то. Ну да, связь не очень. Чудесно, ребят, да, здесь чудесно, поэтому вот вам немножечко атмосферы. Спасибо вам большое за такие видео. А вам спасибо, что смотрите. Не думала, что в этот вечер побываю в Италии. А, смотрите, вон женщина. Люди тут тусуются, она живет. Видите? Нет, снега нету и не бывает, только вон снежинки. Фейковые. Видели женщину? Вон в окошке. Вон. Там. Ну здорово. Хорошего вам вечера. Еще раз. Я только что каталась на лошадке, на карусели. Если вы не видели мое предыдущее видео, обязательно посмотрите. Это Рим, это Рим. Понравилось, конечно, ребят, конечно, понравилось. Все, ребята, хорошего вечера. Может быть, еще увидимся, не знаю.